Сраный мудак! Я тебе, блядь, еще раз повторяю! Если ты не будешь работать на меня, всей твоей сраной планете придет пиздец! А тебе, блядь, еще раз повторяю, нахуй пошел, да? Ну и катись ты к ебеням, мудила! Можно подумать, мне, блядь, больше всех надо! Тупой урод! Да-да, правильно, давай пиздуй отсюда, блядь, свой астрал там, блядь, откуда ты? Паладин, блядь, хуя. О, блядь, игра начинается. Станция имени отца русской демократии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Автозаводская. Я не пойду. Станция Автозаводская. Конечно, мы дальше не идет. Просто освободить вагоны. Слышь, там, за компом. Короче, меня зовут Жора. И сейчас мне надо домой попасть. Я надеюсь, ты сумеешь найти мой подъезд, потому что домов у нас здесь не так много. Ты чё, сука, падла, ты чё? Парни, ебать, здоров. Чувак, я хочу пива. Не-не, давай до палатки сначала, ну заебал. Девушка, извините, девушка. Блять, чай там, ёбаный, какой ты девочка, глаза разыхуйте, надо мне в палатке, пидор ёбаный. А, мне, блять, не девушка, да. Ну ладно, не важно. Мне, короче, это, блять, ну, две балтики 9 можно, да? Сука, две? Ага. Сейчас 100 рублей неверный. Ага, ща. О, держите. Ты давай, бери, давай, давай, отсюда, вот ты пидор, держивай.
Ну вот, отлично, теперь есть зачем домой идти. Чувак, почти 2 ночи, самое время сесть за комп. Алло, да! Юра, блядь, ты че, сука, пишешь, что ли? Ну-ка давай на работу, блядь, пошел, ёпта! Да-да, я выхожу уже, конечно, сейчас прямо. Ты что, коллайдер запускай вообще-то, у нас не работает нихуя! Короче, нам надо 2 вещи. Первое, это перезаправить реактор, ну это там уже придешь, разберешься. А второе, это большая красная кнопка, можешь спиздить на городской электростанции. Бля, охуенно, вам че, блядь, кнопок, что ли, мало, блядь? У вас целый комплекс, блядь, научный. Ну вот такие дела, чувак. Надо найти.
тут по словам князя Владимира Ясновулска, в России все хорошо и будет только лучше. А теперь к другим новостям. Сейчас у меня тут бумажка. А, вот у меня телетекст тут точно, блядь. Сейчас я прочитаю вам. А, вот. На границе Солнечной системы обнаружено инородное тело, движущееся с охуевшей скоростью, приблизительно 1 100 000 метров в секунду, или 4 миллиона километров в час. С какой из этих скоростей движется тело, ученые пока затрудняются оценить. Однако совершенно ясно то, что оно двигается в сторону нашей планеты. По словам астрономов, траектория тела такова, что столкновение неизбежно. Тело будет около земной орбиты приблизительно через 12 часов. Однако, как заявляет глава Роскосмоса Владимир Поповкин, за граждан России поводов беспокоиться нет, так как церковь во всем уже молится о том, чтобы пронесло. Однако за человечеству остальному, ну оставшемуся человечеству я имею в виду, по словам Поповкина, рекомендовано немедленно эвакуироваться с планеты хуям собачьим. С вами был Поросенок Петр Поросенков. До новых встреч в следующем выпуске новостей. Я надеюсь, он восстанет. Ну вот, теперь можно идти на улицу, в принципе. Я думаю, день будет хороший. Что ты меня кишешь, блядь? Я тебя потом после работы еще поймаю. Сука, я на дежурстве, блядь. А зачем тебе мне видеть? Ты же мне дверь выкинул, ты беспределом чем занимаешься. А ты чем занимаешься? Ты же мне дверь выкинул. Ты чё, сука? Чё-то я не понял. Слушай, нахуй иди, а?
Станция Автозаводская. Осторожно, дверь открывается. Следующая станция имени отца русской демократии. Да, блядь, конечно, вот так взял и подниму бош, блядь. Сейчас, блядь. Вся пиздёшь потом. Я занят. Ебать, а чё тут мобила-то не ловит нихуя? Да как скажешь? Не, ну ты ебать вообще делаешь? Чё-то я вообще понять не могу, Пойдём-ка подойдём, поговорим. Сейчас еще хуйню спросишь, ебало получишь, Не, ну ты ебать вообще хуйню какую-то делаешь. Да эти лохи чмошные пидорский рэп слушают, надо круга слушать. Я гоп, поебалу, оп. Смотри-ка, смекаешь. Чё ты в натуре гонишь-то тут?
ты вообще ебанутый. Ну давай, сука, ходят тут мерки всякие, блядь.
Слушай, чувак, мне кажется, вот на электростанцию нужен пропуск или типа того что-нибудь. Знаешь, тут вот ученый один живет рядом, надо к нему заглянуть и у него спросить. Не, я туда не пойду.